Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 28 ноября 2021 года, уже вечер. Наш папа вернулся из города, привез подарки, вкусняшки от выпускников нашего питомника. И сейчас у нас просто вечернее кормление. Я рассказываю о всем, что будет сейчас, что новенького у нас тут получилось, приобрелось. А так... Ну, малышкам, чтобы они тут особо не буянили, капустка пекинская. А гамкам сейчас хочу предложить листовой салатик. Так, приехала новая партия у меня гусениц табачного бражника. Вот такими я покупала своих гусеничек совсем недавно. Я об этом рассказывала и показывала. Вот такое у них питание. Вот они его кушают. И очень-очень быстро превращаются вот в таких чумовых красавцев. Сначала они становятся... Вот это окукливаться тоже собирается гусеничка. Сначала они у нас... Да-да-да-да-да-да-да, это все вам, это все вам. Так, сначала они у нас небесно-голубого или бирюзового цвета, а когда они планируют окуклиться, они становятся вот такие бледные, меняют свой цвет. Здесь у меня достаточно много во влажном кокосе гусениц будет. Ну, уже стали окукливаться. Вот это, наверное, последние. Окукливаются долго, потому как в их кормушке, в которой они вот так же приехали и жили, уже закончился корм. И я их последние дни кормила кормом для насекомых, который, видимо, он не подходил этим гусеничкам. Так как на специализированном корме они очень быстро растут и вот начинают превращаться в куколок, а затем в бабочек. В целях эксперимента, ради интереса, я все-таки достала с большим трудом вот такое количество огромное. Это специальное питание для именно гусениц табачного бражника, на котором они замечательно быстро растут, быстро окукливаются, быстро вылупляются, размножаются, оплодотворяются, откладывают яйца. И мы можем с вами вместе пронаблюдать весь этот цикл превращения вот этих гусениц в куколок, затем в бабочек, затем посмотреть, понаблюдать, как они будут откладывать яйца, затем вырастить из этих яиц вот таких вот гусеничек, и процесс, можно сказать, завершится. Вот, без вот этого специального питания я даже не собиралась пробовать, так как... Пример кормления даже специализированным кормом для насекомых вот этой партии бражника показывает только одно, что те гусеницы, которые питались сразу специальным питанием, они уже закопались, они уже окукливаются. А вот эти, которые остались наверху, это те, которым не хватило специального питания. Доращивала я их на корме для насекомых, тоже специализированном, но не для бражника. И, как вы видите, им труднее окуклиться, труднее дорасти до необходимого размера, медленнее. Не столько трудно, сколько медленно. То есть на вот этом каком-то загадочном специализированном питании вот этот процесс просто моментально происходит, круговорот, так скажем, метаморфоз. Поэтому так как мне удалось достать это питание, мне интересно. Я думаю, и вам вместе со мной будет интересно посмотреть, что у нас получится. Попробуем вывести бабочек, попробуем дождаться их оплодотворения. Бабочки разнополые. Нам важно будет потом определить пол куколок. Питание у меня запасено. Мне должно хватить это все на, скажем так, ну на тот хотя бы план, который я сейчас вам рассказала, должно хватить. Этих пока малышей я, наверное, сегодня скармливать не буду. Они буквально за несколько дней превращаются в огромных гусениц. И тогда уже можно будет угостить наших агамок. Можно сказать, будет
одна гусь, ну вот сейчас я вам показывала, которые окукливаются. Вот такими они за 3-4 дня становятся. Сантиметров по 7, бывает по 10. То есть просто огромные. Получится больше у нас еды. Так, сегодня хочу предложить агамкам листовой салат. Я не знаю, будут они его кушать или нет. На всякий случай яблоки я тоже тут подготовила, нарезала. Купила вот такой новый кальций плюс, называется, от фирмы Food Farm в магазине Озон. Значит, что здесь? Супер мелкий кальций, баланс кальция и витаминов, ложка внутри с витаминами и микроэлементами, универсальная комплексная добавка, все в одном для рептилий и амфибий. Вот такой вот состав: гибискус, паприка, куркума, календула, цветы, цветочная пыльца, карбонат кальция. Для опыления кормовых насекомых можно использовать в каждое кормление или чередовать с кальцием без добавок. Смешать 1-2 мерных ложки и 100 грамм овощей, фруктов или кормовых насекомых. Будем пробовать угощать сегодня моих питомцев, агамочек. Так, ну, ребята тут уже быстро разобрались с капустой. Сегодня я предложила листовой салат и нашим попугайчикам, не только яблочко, но и листовой салатик. Давайте посмотрим, будут ли у нас агамки кушать листовой салат. Агамки хорошо реагируют на желтый цвет. Салат у нас зелененький. Ну что такое? Скажи, мама, ты нас не обманывай. Крутила-вертела, скажи, гусеничек перед нашим террариумом. Давай. Ням-ням. Салатик мягенький. Ай да молодцы. Бисмарк у нас молодец. Он кушает у нас просто все. Даже упал с мостика. Ну ничего, скажи. А, вчера он кушал насекомых, так торопился, что, если честно, он перевернулся на бок. На бок. Толстым пузом. Смотрите, как здорово он кушает салат. Хрум-хрум. Матя. 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 Хрум-хрум. Давай, хрум-хрум, мученька. Давай, хрум-хрум, мученька. Что, Наис, обидно стало? Побежала? Я тебе предлагала. Давай. Слушайте, если честно, с такой силой он у меня выдергивает из руки салат. Если бы я его не держала, он бы у меня уже отнял. Молодец, мой мальчик. Молодец. Хочется разнообразить как-то им питание. Вот это пекинская капуста, но она твердая. Я ее вот так нарезала. Посмотрите, смотрите, смотрите. Ничего себе, чего. Меня спрашивали, есть ли у них зубы. Похоже, что очень даже есть. Это попка от пекинской капусты твердая, собакам давай. Круто. Отлично, тогда я салат могу насекомым скормить. Капустка у меня еще тут есть. У меня еще есть насекомые, которых мы также угощаем сочной пищей вместо воды. Те самые кормовые насекомые, которые сегодня пойдут на ужин нашим агамкам после того, как они поедят у меня зелень. Я теперь каждый день делаю так. Сначала я с руки их кормлю сочной пищей, и только после этого я им даю насекомых, потому что если они будут сытые, они есть овощи и фрукты у меня не станут. А им надо получать, помимо белковой пищи насекомых, которая сейчас до года идет у них как основная пища, им надо еще все равно привыкать, приучать свой организм еще и к сочной пище, овощи и фрукты. 80% рациона агамы составляют взрослый агамы после годика.
И мои агамки сначала не ели вообще никакие овощи. И салатики, и зеленюшку я им предлагала, одуванчики, мокрицу. Сначала не ели, а потом как-то вот стали кушать, несмотря на то, что у них есть тут и купалка-поилка. То есть они могут попить, в принципе, водичку. И мы еще купаемся несколько раз в неделю. Ты мой хороший. Это у вас жадность, что ли? Один скусил, значит, и второму надо. Ну, это достаточно толстый, твердый кусок. Если бы у них не было зубов, они бы не смогли бы его откусить. Они его реально откусывают. Молодцы. Молодцы. Достала сама снизу. Не дождалась моего предложения. Так, а еще у меня есть серединка этой пекинской капусты, где более такие мягкие листья и более зеленые. Ну, если честно, я им оставляла, вот если так с руки не кормить, просто оставить в террариуме. Все быстро высыхает, здесь тепло, здесь лампы нагрева стоят, они сильно греют. И, в общем-то, они так, собственно, особо не проявляли интерес. Я пробовала добавлять им большой кусочек, вот так вот, листик сразу целый пекинской капусты. Ну, лежал, они его немножко так пожевали, понадкусывали. Не сказать, что прям там набросились и съели. Вот у меня и так. Бисмарк, бисмарк. Ну-ка, листовой салатик еще. Еще какие щечки у тебя, какие щечки у тебя толстенькие. Лепешечки разлепешись. Давай кушать. Много не едят, но в принципе они маленькие. Я рада тому, что хотя бы вот так едят. Все, давайте. Оставляю сейчас на. Здесь молодцы, здесь уже все съели. Дальше пойдут насекомые у нас, да. Так, что еще холосого интересненького? Сейчас обязательно покажу видео от Катюшки и Даришки. Так, но сначала я хочу предложить Марселю и Марусе овощи, потому что после овощей мне надо давать насекомых. Я хочу, чтобы был небольшой интервал между насекомыми и овощами, да. О, как? Мягко. Ням-ням, мягкая надо. Ой, господи. Карманный дракончик. Так смешно. Когда я первый раз покупала себе ага, мне сказали, надо, что если вы хотите, чтобы жили в одном террариуме несколько агам, девочек, например, или маленького возраста, можно девочку и мальчика, и даже двух мальчиков, потом мальчики два, конечно, будут драться, то надо выбирать одинакового размера, иначе как бы большой будет обижать маленького. И вот у меня так смешно получилось, что у меня один дракончик вырос вот такой большой, а второй вот такой до сих пор маленький. Что смешно в этой ситуации? Что вот этот маленький забирается на спину вот к этому большому и греется на нем. Никакой агрессии со стороны большого в сторону маленького я не вижу. А маленький еще и умудряется тут вот, скажем, пользоваться моментом. На большом посидеть, погреться под лампой, повыше стать к лампе нагрева и ультрафиолета. Давай, малыш. Непонятная, скажи, какая-то новая еда. Но старший брат ест, скажи, интересно, что это. Этот листик очень мягкий. Его легко кусать. Лягушонка напоминает вот этот малыш. Если не знать, что это агама, лягушонок лягушонком. Особенно, когда кушает. Мне он так нравится. На? Ой. Ну, обиделись.
здесь я могу просто вот так оставить большой листик салата. Я подозреваю, его съедят. Опа. Так, малышу. Здесь я тоже хочу предложить китайской капусты. Сейчас, малыш, если что, у меня есть яблоки. Яблоки ты кушаешь. Малыш, между прочим, очень хорошо реагирует на все, что похоже на червячка. Но это уже жестче, да. Угу. Жестче, но зато сочное, скажи, да. На тебе твердо. На тебе большой кусочек. Держи большой кусочек. Асенька, я же вам дала. Я вам яблочки отдам, раз у меня хорошо поел. Овощи, ребята. Что думаем-то? О чем задумались? Хорошо, я вам тогда все это оставлю. Вы сами разберетесь, что вам нравится, что вам не нравится. Так, ладно, тебе, малыш. Тебе вчера очень яблочко понравилось. Давай вот тонюсенький, притонюсенький кусочек тебе яблочко. И вам? Яблочко надо. Наш большой рыжий друг. Держи. Я назову. Ну, что вы думаете? Все думаете, думаете. Хорошо, ребята, я вам здесь все это оставлю. Ой. Я тоненько специально нарезала яблочко для тебя, малыш. Вот для тебя специально резала. Малюсенькие кусочки. Тонюсенькие. Ну и ладно, молодцы. Хоть чего-то пожевали. Все, Асенька, сейчас мы тебе остаточки тоже дадим. Да. Там яблочко у меня осталось. И капустка осталась насекомым у меня в тазу, салатик остался, да. Будьте здоровы, живите богато. Ну, а мы с вами, дорогие друзья, посмотрим сейчас видео от Катюшки и Даришки, которое мы по просьбе Кати показываем родителям Оливии, которая сегодня уехала в новый дом. Мамочки и папочки, благодарность от Катюшки и Даришки за подарки, за вкусняшки для наших питомцев и для нас. Вот сейчас перехожу к компьютеру. Так, у нас уже новое видео. Так.
от родителей Оливии для наших маленьких щеночков, которые родятся у нас под Новый год. Мы на это очень рассчитываем. Вот такой вот манежек мягкий, для того, чтобы они росли в тепле и в уюте. Подарок нашим питомцам. А также вот такая труба, чтобы когда они подрастут, могли играть и веселиться. Такого же плана есть трубы у нас тоже, и нашим питомцам очень нравятся. А также в подарок нам разнообразные вкусняшки. Печенье, конфетки, чай, вкусняшки, 12 вкусов. Так, это Катюшка и Оливия перед отправкой в новый дом. Я уже показывала эти фото и видео. А теперь хотела показать реакцию Даришки на подарки. Она была... Собрали, Дарин? Держи. Тебе тут передали опять подарочек. Будешь смотреть? Это вот тебе. Все, Оливия уехала, тебе оставила подарочек, пока ты кушала. Здорово? Спасибо. Да, иду на вам. Спасибо, Оливия, скажешь, да? Ой, пока ты кушала, все, Оливия уже уехала. Сейчас откроем. Да? И маме. И тебе. Все, спасибо. Открываем? Все, сейчас откроем, посмотрим. Все, спасибо, Оливия, спасибо. Спасибо, все, Оливия, да, уже уехала, вот туда ушла. Все. Смотри, там же кошечка. Да, и пипи, и пипи. Нет, пипи домой. Пипи тоже домой уехали, да. Все, видишь, как закончился выходной, как хорошо. Все... Вау. Вау, все уехали, да? Открой. Чем ты открой? А вот. Это мышки-песчанки сегодня у нас уехали еще в новый дом, поэтому Даришка еще и мышек-песчанок провожала в новый дом. Сегодня такой насыщенный был у Даришки и Катюшки день встреч, очень приятного общения и с родителями выпускников нашего питомника. Сегодня приезжали мамочка Наполеона и Маршала, и также тоже передали нам вкусняшки для наших питомцев, которые мы покажем в следующий раз, потому что папа уже увез, ну, уехал, он оставил Оливию, поехал к нам, потому что очень быстро темнеет. Сегодня такая погода достаточно снежная, боимся гололеда, как в прошлом году, не дай бог не влететь опять куда-нибудь в аварию, нам это совсем не хочется. Вот. Ну, а я, как всегда, рада очередной партии пряжи, которую я накупила в интернет-магазине Озон. И сейчас начну пробовать новую пряжу, новые нитки. Это тоже турецкая пряжа, но я такую не брала еще. Ну, читала отзывы, хорошие, людям нравится. Буду пробовать вязать шапочки для наших питомцев. Очень красивые расцветки, нейтральные, то есть тут бирюзовый, нежно такой голубой, мятный, белый, то есть разные оттенки пряжи специально взяла для того, чтобы были такие универсальные шапочки. Для Оливии и Лукаса сегодня мамочка и папочка выбрали 4 шапочки из наших, тех, которых я показывала, но у нас в городе еще целый комплект на все вкусы. Взяла на всякие интересные вот случаи, когда, ну, чтобы подходило под все-все. Вот такое часто спрашивают. Пряжу универсальную под все комбинезоны. Взяла вот такую серую с белым и с черным. Это все вот этой фирмы. Lavita Yarn Batik. Производство Турция. Очень напоминает Alize. Внешне вот сама нить по
качеству и внешнему виду. Поэтому я уверена, что шапочки получатся клевые из этой пряжи. Ну а цвета специально подбирала абсолютно разные на, так скажем, все случаи жизни. Здесь тоже и бирюзовый, и темно-синий, и голубой секционного окрашивания. Попробую, что уверена, что получится хорошо. Интересно только новые вот эти цвета пряжи. Это такая же пряжа, только здесь коричневая, такое бирюзовое, потом темно-зелененькое, беленькое. То есть, ну вот, для того, чтобы угадать, скажем, под любой костюмчик для нашего вашего питомца. Так, ну вот такие новости на сегодняшний день. У нас сегодня вечер, мне осталось накормить только насекомых, всех остальных мы уже покормили. На улице навалило снега целую кучу. Так, Афродита у нас продолжает копать, яйцо она не снесла до сих пор ни одно. Геркулес, как всегда, носится вот тут вот, охраняет территорию своих владений. Теперь они в этом террариуме вдвоем с Афродитой. Я наблюдаю за поведением и состоянием здоровья Афродиты. Нормально она сегодня кушала. Пишут, что могут отказываться от еды в момент как бы беременности, вынашивания яиц и подготовки к кладке. Все отлично. Тихо, мирно копаем себе норку. Замечательно кушали салат с витаминами. Геркулес на охране, по периметру носится здесь, причем все в большей степени. Он носится вдоль дальней стенки террариума, а Афродита наоборот, вот здесь у стекла. Наверное, потому что здесь лампы нагрева и ультрафиолета. Здесь потеплее, а там попрохладнее. А может быть, потому что Геркулес там носится и не дает ей никакого шанса спокойно поковыряться в щепе. Кто же их знает, но вот мне так кажется. На сегодняшний день в нашем питомнике еще свободны к продаже 12 щенков породы чихуа разного пола, разного возраста, разного окраса. И все одинакового типа шерсти, короткошерстные, гладкошерстные. Кому как нравится, это вот такие непушистые собачки, как наша Тася. Оп! Это называется жадность. Фрай разгубила. Стоит Дуся у мисочки, кушает и кусает Маргошу, потому что Маргоша тоже хочет покушать из мисочки. Кушать надо одновременно четвером, вот из этой части мисочки. Несмотря на то, что здесь стоит целый таз точно такой же еды, чуть-чуть правее. Но надо кушать тем четверем вот здесь. Из-за этого кусаться, драться, ну там вкуснее, понятное дело. Вот именно только там вкуснее. Здесь совсем не вкусно. Здесь кушает Масик. Видео всех детишек на продажу. Ирисочка. Мы делали совсем недавно. Дети уже в этом возрасте так сильно не меняются. Скоро уже заканчивается рост щенка в холке. Вот это у нас ириска, мы измеряли их недавно, взвешивали, она у нас килограмм вес 15 сантиметров холки. Ириска скоро тоже уедет в новый дом, она давно уже в резерве. И вот эта вот банда мне тут зачем-то хочет оторвать кусок линолеума. Но он у нас хорошо так под стенку, специально, чтобы сквозняка не было. Но обязательно надо что-то оторвать, отгрызть. Казалось бы, вообще от ровной поверхности стены и панели. А вот здесь почему-то им надо сгрызть пластиковую панель вот эту. Вот как вкусно. Да вообще потому, что вы, скажем, нас не кормите. Мы просто голодные собачки. Линолеум едим, стены едим. Поэтому надо кормить хорошо собачек. Да, что тут скажи. Капуста да два корыта с кормом. Даже Масику, скажи, не хватит. На этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. Оставайтесь с нами, увидимся завтра. Я начинаю пробовать новую пряжу, а затем обязательно покажу, что у меня получилось. Если вам интересно, до новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!